Глава города Шадринска Виктор Ермишкин и депутат областной думы Валерий Порубов лично проверили ход строительных работ на набережной реки Сеть. Напомним, что этот объект не только обладатель федерального гранта, но и участник программы «Комфортная городская среда». Сегодня мы уже вышли с тем, чтобы определиться, где у нас будут установлены малые архитектурные формы. Это мы планируем здесь установку шадринского гуся, натуральную величину. Затем памятник Петру и Февронии. То есть определились уже с местом, пока не строительные еще не заложили закладные. Поэтому с нами работает депутат областной думы Валерий Викторович, который выступает спонсором изготовления гуся шадринского. Поэтому работы здесь еще очень много. Пообщались с подрядчиком, чтобы он ускорился, потому как погода, в принципе, пока стоит хорошая, но в будущем она испортится. Просим, чтобы он закончил срок до 25 октября. Полностью набережную, затем будет установка малых архитектурных форм. В настоящее время на Шадринской набережной выполняется установка фонарей, укладывается тротуарная плитка, монтируются бордюры, обустраивается технологический спуск к воде для пожарных машин, красится ограждение и готовится основание под пешеходные и велодорожки. Я решил подарить городу Шадринска гуся, отлитый в бронзе, который будет установлен здесь. И я думаю, что он украсит нашу набережную. И хочется, чтобы наши жители относились к этому с пониманием.